Юрий, тут полно парней Фиска со стволами в руках. Ну, оружием. Я про оружие говорю. Про что еще? Не только бандиты берут стволы в руки. У меня предчувствие, что тут начнутся общественные беспорядки. Нас все недооценивают. Копы, Человек-паук, Маджия. И теперь они заплатят. Когда босс выйдет, станет попроще. Сюда полиция. Все узнают, что он говорит. Все узнают, что его надо бояться. Поверь, они всегда знали. Правда? Тогда почему все эти порядочные граждане парковались с ним на приемах? За это его уважали еще больше. Увидишь. У тебя тайм-аут. Они снова примутся целовать его за. Он здесь! Да нет! Эй, приведи сюда еще парней! Человек-паук! Да! Если мы не справимся, Фиск уроет нас! Еще? Ладно, остановитесь в очередь. Обещаю, я всех рисую. Ему повезло. Живым или мертвым. Фиску без разницы. Грустно, что когда ко мне бежит толпа, я сразу думаю, что меня хотят убить. Но я всегда прав. Пришпите его к земле. Человек-паук. Каждый работник на этой стройке недавно выиграл крупную сумму в казино. Легкий способ отмывать деньги. Вот, наверное, где Фиск теперь хранит. Если прикроем ее, прижмем его к стенке. Я получаю ордер. А я смотрюсь. Держитесь, подстройте! Подкрепление! И хорошо! А то те ребята мне уже надоели! Постарайтесь найти того, кто будет любить вас так, как ребята Вилли любят получать по роже. Теперь он не уйдет. Твои люди не столкнутся тут с проблемами. А у Уилсона Фиска проблем все больше. Прекрасно.